Буквально 3 месяца назад Руслан вышел на меня с предложением об организации турнира, о создании ассоциации киберспорта. Предоставил план действий примерный, да, на ближайший год как минимум он уже есть. Ну и моя компания, собственно, выступает в качестве соинвестора данного проекта. О турнире, наверное, расскажу, это гораздо интереснее, чем о себе рассказывать. Общая механика турнира. Некоторые из вас просто понимают, но тем не менее у нас во встрече ВКонтакте в той же регулярно повторяются одни и те же вопросы, поэтому позволю себе их сейчас разъяснить. Итак, Кубок Дальнего Востока по киберспорту. Механика его такова. В 7 городах Дальнего Востока – Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре. Какие у нас там еще города? Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Благовещенск и Уссурийск пройдут отборочные этапы. Называются они Кубок города. Наш Кубок города, собственно, состоится 31 июля в ночном клубе «Доберман». Да, финал. Отборочные турниры, как уже сказал Руслан, будут проходить с 20 по 31 июля. То есть в самом Добермане встретятся у нас по 2 команды в каждой из дисциплин. Никогда не приходил вовремя. То есть в самом Добермане встретятся именно команды-финалисты. У нас 3 дисциплины, это Counter-Strike, это Hearthstone, это Dota. Dota 2 у нас соревнования проходят 5 на 5 команды и 1 на 1. Counter-Strike проходит у нас, собственно, 5 на 5 командный и Hearthstone в формате 1 на 1. Таким образом, получается 4 финала, которые состоятся в Добермане. Но данное мероприятие мы позиционируем не только и не сколько как чисто спортивный турнир, мы его позиционируем как киберспортивный фестиваль. Это, собственно, идет в согласии с той целью, одной из целей, которую мы преследуем. Мы хотим показать простым обычным людям, далеким от киберспорта, я таким был буквально 3-4 месяца назад, что вот есть игромания, и это не совсем хорошо, наверное. А есть киберспорт, и это на самом деле здорово. Признаюсь честно, 3 месяца назад я в этом плане был абсолютный динозавр. То есть, когда мне говорили слово «рак», я думал, что это, ну, вот, которого с пивом едят. Да, было такое. И вот мы хотим объяснить другим людям, которые не связаны, пока не связаны с киберспортом, что это не так уж и страшно, и на самом деле это даже здорово. Специально для этого на мероприятии что будет организовано? Будет организована киберспортивная ярмарка, где помимо продажи, это уже, наверное, больше вам интереснее, киберспортивной сувенирной продукции различной, будут представлены, например, новинки в сфере IT-технологий от одного из наших партнеров, от компании «Сотовый мир». Помимо этого будут представлены флагманские модели, ориентированные специально для геймеров. Да, это специальные мыши современные, клавиатуры, флагманские модели смартфонов, то есть все, что связано с киберспортивной тематикой.